Стрельба в центре Киева. Несколько часов назад на Подоле были ранены двое мужчин. Один из них нападавший, другой его потенциальная жертва. И это Адам Осмаев, человек, которого в России обвиняют в покушении на Владимира Путина. Как все произошло? Кто на него покушался и где сейчас участники этой перестрелки? Мы узнаем у Александра Васильченко. Он находится на месте происшествия. Саша, здравствуй. Расскажи обо всем, что тебе известно. Наталья, двух мужчин, которые получили тяжелые ранения во время стрельбы, каретами скорой отправили в больницу. За их жизни борются медики. Полицейские сейчас проводят осмотр места происшествия. Территория огорожена заградительными лентами. Работают криминалисты, следователи и кинологи. Личности всех участников этого конфликта уже установлены. Это Амина Акуева, чеченка, воевавшая в АТО. Ее муж Адам Осмаев, мужчина, который представился журналистом французского издания. Информация о нем сейчас проверяется. Пока только известно, что зовут его Алекс Вернан. Необходимо отметить, что Адам Осмаев, чеченский военный, был обвинен в покушении на президента России Владимира Путина. В 2015-м возглавил батальон Джохара Дудаева в зоне АТО. Буквально с минуты на минуту о стрельбе должны рассказать представители полиции. Пока только известно, конфликт произошел на улице Кирилловская. Якобы французский журналист пригласил Осмаева для записи интервью. Во время встречи журналист выстрелил в грудь Осмаеву, после чего Акуева выстрелила из наградного пистолета 4 раза в нападавшего. Отмечу, это очередное громкое покушение в столице. Будет ли раскрыто это преступление и узнаем ли мы все детали, этот вопрос остается открытым. Пока шанс велики, ведь нападавший живо находится в больнице. Будем ждать от полиции новой информации. Наталья. Спасибо. С нами на связи был Александр Васильченко. Саша, мы не прощаемся. Как только у тебя будет свежая информация, мы обязательно включим тебя еще раз в эфир.